По оценкам специалистов, в России на сегодняшний день зарегистрировано более 30 тысяч печатных изданий, газеты, журналы и другие виды прессы. Спрос и интерес к печатной продукции по-прежнему высок. Об этом и поделились с нами жители нашего города. «Моменты и факты. Любимая газета». «Чем она вам нравится?» «Ну, мне кажется, относительно правдивостью, популярностью. И она за всю неделю дает все сведения». «Я еще маленькая для газет. Я учусь во втором классе, а родители мои читают». «Цензура все равно, я считаю, нужна. То, что ее нет, это плохо». «Вы газеты читаете?» «Нет, сломано». «Редко». «Почему?» «Ну, интернет как-то больше сейчас под рукой». «Мы читаем газету «Видновские вести». Пожелание наше такое, чтобы не только для школьников страничка была, но там отдел был для самых маленьких». «Сейчас не читаю». «Хорошо, ладно». «Сейчас книги читаю, смотрю телевизор». «А почему газеты? Почему? Вам не интересно там, что пишут?» «Да нет, ну почему? Я же телевизор все слушаю в вестях. Все там прекрасное самое. Смотрю время, смотрю вести. Там все рассказывают». «Сейчас и больше стала любить читать. И всякие другие книжки, и православные, и всякие-всякие разные. Читаю и «Видновские вести» нашу местную. Вы знаете, очень не нравится мне вот это в серединке что-то там мелким шрифтом. Я даже вообще не вникала, что это такое. Но мне это совсем не нравится. Ну, лучше бы что-нибудь бы там такое полезное для детей, для пожилого возраста. Ну, или вообще какую-то другую информацию. День печати, ну, чтобы были заметки интересные. Чтобы было у них здоровье, благополучие. И чтобы было интересно читать эти журнальчики, газетки и всю другую литературу».